Уголовное дело возбудили в Ижевске против мужчины, который в одних трусах с ножом напал на полицейского. Хулиган пройдет судебно-медицинское обследование. Злоумышленника могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет. Антимонопольщики Удмуртии подали иск в арбитражный суд о разделении Ижавия на аэропорт и авиаотряд. Согласно картотеке дел, предварительное заседание по делу назначили на 10 октября. Почти 600 тысяч рублей присвоил кассир Ижевского зоопарка. Он вносил в отчет недостоверную информацию о количестве проданных билетов. Деньги злоумышленник похищал с октября 2015 по январь 2016 года. Объем рынка подержанных легковых автомобилей в Удмуртии составил почти 29 тысяч машин. Республика по этому показателю заняла 33 место из 50 регионов. Жители Удмуртии отпраздновали День знаний. В городах и районах республики за парты сели 170 тысяч ребят, из которых 20 тысяч – первоклассники.